Как избежать банкротства застройщиков и мошенничества в жилищном строительстве? Партия ЛДПР предлагает отказаться от системы ипотечного кредитования и долевого строительства. ЖСК – это лучшая форма, чем ипотека. Ибо вы сами организовываете кооператив, вы сами определяете строителя, вы сами документы выбираете, там все-все. То есть надежно. Но и здесь мошенники влезли. Они организуют кооператив на 1000 человек. Люди не знают никого. И получается практически ипотека. Что дочь проигрывает, что пащет кооператив. Кооперативы создавать по месту работы. Там, где вы друг друга знаете, и там жулик не пролезет. Либерал-демократы предлагают создать госпрограмму по строительству недорогих индивидуальных деревянных коттеджей. Давайте 100 метров квадратных деревянные дома, коттеджи, массовые, оно будет дешевое. Если будут снова образованы домостроительные комбинаты, это будет 300 тысяч стоит дом, 400 тысяч. И рассрочка на 10 лет. Тогда в дальнейшем строительство, эксплуатация и продажа жилья сосредоточатся в руках государства. Пускай Минстрой, Министерство строительства и жилищно-коммунального строя эксплуатирует, убрать все управляющие компании, если они оправдали, и продают. У вас выбор будет. У вас мало денег, вот за 1 000 000 рублей квартира. Вы начнете с такой квартиры, разбогатеете, потом... Эту продадите, купите за 5 миллионов, разбогатеете за 20 миллионов. Но вы ни с чем не обязаны. Вам дают смотровой ордер, выбрали, заплатили, принесли квитанцию из банка, получите ключи. Это была самая лучшая форма.